Вместе с эффективной передачей электроэнергии важно максимально полезно использовать полученное электричество. По оценкам экспертов, около 60% промышленных затрат электроэнергии приходится на так называемые асинхронные двигатели. Это основной тип электродвигателей, применяемый сегодня в мире. Подмосковная компания «Совэлмаш» разработала новую технологию совмещенной обмотки, которая снижает их энергопотребление на 30%. Обычная обмотка предназначена для подключения асинхронного двигателя в трехфазную электрическую сеть. Этот же двигатель нашей обмоточки спроектирован как шестифазный, но предназначен для подключения в обычную трехфазную сеть. Мы недавно читали анализ ситуации в энергетике Урала. Раньше там испытывался дефицит электроэнергии, сейчас возник небольшой профицит, порядка 300 мегаватт. И в то же время отмечалось в статье, что откуда-то появилась какая-то электрическая генерация дополнительная. А на самом деле там происходит что? Двигатели наши работают.